Оль, включи, да, микрофончик включила. Эй! Подгребайте, это группа «Мгновения». Привет, друзья! Мы очень рады видеть всех вас здесь. Спасибо, что пришли. Нас с каждым разом все меньше и меньше. Ничего страшного, мы ничего не произойдет плохого из этого. Во-первых, спасибо большое вам, вы все очень крутые. И, блядь, если бы хотя бы один из вас не пришел, то этот концерт был бы гораздо грустнее. Во-вторых, мы в который раз уже бомбим с моей любимой бандой, наверное, сейчас из тех, которые, ну вот прям вырастают в такую могучую тему. Я очень их люблю. Ребята, большущий респект, Чандер, блядь. Я в восторге от вас, в диком, мне это не передать словами. Спасибо вам большое за поддержку. Мы начинаем. Первая наша песня называется «Серая». Сытная глубина охотно запирает. Ликуй за колки пиуста, нас ждет великое падение, да, который праздник без тебя топит предчувствие. Сплетение шумит, и так легко сбивает с ног надлом.
спасение даст, который праздник без тебя топит предчувствие крушения. Можно мне голос в этот мониторчик побольше? Дорогие друзья, для вас звучит песня под названием «Правда».
Забыть остались все. Забыть остались все. Забыть остались все. Забыть остались все. Спасибо, друзья. А можно басочек еще в мониторы нам добавить? Паша, правильно говорю? Добавил. Появление? Ребят, сейчас будет песня с нашего нового альбома. Она называется «Появление». Это, я понимаю, что ее достаточно будет сложно, наверное, слушать, потому что мы постарались всячески сделать так, чтобы было. Но я думаю, что вы простите нам небольшие шалости. Я готов.
Друзья, подходите поближе, пожалуйста. Чем вы ближе, тем нам интереснее. Конечно, могли, у тебя у одного его появилось, бля. Следующая наша песня, она из довольно олдовых, называется «Влюбленные в бессмысленность». Это гипер олдовые. Андрюха руку приложил тут, могли, может быть, доволен. Все господа присели уже на стульчике. Ребят, сейчас мы с нашими друзьями бахнем небольшой фиток. Парни, мы ждем вас искренне. Йо-йо-йо. Я бы чекать.
что с микрофончиками-то, ребят, Кирилл? Оу, оу. Ну что там говорить? Уже респектовали сегодня весь вечер друг другу, вот решили и бахнуть вместе заодно. Ребят, можно танцевать? Да. Песня группы Фугази. Public Witness Program! Public witness shot to see too much. You'll see tonight. I've been looking good, I want it tonight. Alright! I'd like to walk around it. I'm bad to stand around it. I'd like to walk around it. I'm bad to stand around it. I'd like to walk around it. Спасибо, чуваки. Ребята, это было круто. Чандер.
Друзья, это было классно. Следующая наша песня называется «Фойе». Каждый лучший день!
так как буду здесь тушить огонь событий, попытка вспомнить каждый лучший день. Спасибо, друзья. Дамы и господа, для вас звучит «Усталость». Thank you.
Ребята, следующая наша песня не с нового альбома. Она называется «Подходит». Мы забыли, какие у нас песни просто с нового альбома, какие не с нового альбома. А, ладно, следующий с нового альбома. Он... очень старый. Слишком сложный. Мы на самом деле до сих пор от Андрюхи просто еще не отошли. We'll be right back.
все, возьми меня с собой. Сознательнее тот, чем дольше ты здесь. Я безмятежней исход. Да. Друзья, наша последняя на сегодня песня называется «Побег».
ты полюбаю. Нас не удержать. Наши сердца полюбаю. Нас не удержать. Отложил побед еще на несколько дней. Как занимательно смотреть на путь со стороны. Мятежники бегут под шквальным огнем, оставляя алые следы на память тем, кто верит. Наши сердца полюбаю. Нас не удержать. Наши секты полюбаю. Нас не удержать. Спасибо большое, друзья! Я сам старье, адекватных музыкантов это называется выступление на бис. Все мы воспоминаний и гнев.
каждый новый день. Годный выход на них уже давно никого, лишь мы. Воспоминаний и гнев, так будет легче. Все так плохо, ночь еще возьмет свое. Пыль в глазах, домой по твоим следам. Все так плохо, ночь еще возьмет свое. Пыль в глазах, домой по твоим. Спасибо!